Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Terra Invicta на максимальной сложности из-за сопротивления. В прошлой серии отправили мы Дмитрия в космический туризм. Он сгонял туда-обратно, ничего полезного не сделал. Пока вопрос я не выяснил, как же его отправить на международную космическую станцию. Но жду, а может, скоро мне ответят. А ладно, пока с этим отложили, продолжаем биться за Францию. Потому что без Франции нам счастья не видать. Здесь уже Евросоюз потихоньку разваливают, но развал Евросоюза нам интересен только в виде создания нового государства. А просто так начать его развалить никакого прикола нет. Поэтому идем во Францию. 71% наших сторонников здесь. 71%. Что у нас тут по бунтам? По бунтам все равно ничего. Все равно ничего. Захват на нуле. Но чтобы захват сработал, нужно сначала использовать крэкдаун. 16% за 64 очка. Дороговато. Давай запустим за 9. Потому что деваться некуда, надо. Так, вот, кстати, вот уже 4. 12. Going after their people. Ready to go. Не понял. Почему у нее ноль стал? Что-то мне подсказывает, что мы не в той стране все это творим. Where to? Да нет, вроде в той. Acknowledged. Так, ну вот, 7, 71, нормально. И это 77, все. It's time to bring it all down. I'm here. Все хорошо, значит, запускаем. Так, 69. Eyes on target. Ловим этого, смотрим, что не так с этой теткой стало. Почему такие проценты у нее стали низкие? Ноль. 9. Что случилось с тобой? Это из-за вот этой, что ли, истории? Нет. Растол проектов. Понятно, почему у меня такие низкие проценты. Вроде наоборот, все стало. Должно было стать получше. Стало все как-то похуже. Давай посмотрим, что с воровством. Мы сможем украсть проект, только если нас опережают. А, вот здесь где-то, видимо, надо запульнуться. Ну, нас вот тут опережают. Ну, давай попробуем. Так вот сделаем. Теперь нас опережают. И теперь, наверное, в следующую фазу будет это работать. Так, ладно, стой. Запустить хоть куда-нибудь. Не пойму, почему так у нее все испортилось. Ну ладно. Куда ты полетела-то? Вот поэтому так все плохо, потому что она не в ту страну целится. А сюда ей почему-то и не дают прицелиться. Но сделай наших больше сторонников где-нибудь вот здесь тогда. У нас поотваливались защиты. Нужно ставить новые. Mission is a no-go. Не вышло. Public sentiment is increasingly with us. Ну, на 12% подняли в Польше, кстати, стало всего 25, хотя у нас там когда-то было очень много. Но нас там выжили. Растет недовольство во Франции. We lost their trail. Не вышло. Ксенолаборатория. Так, и здесь тоже не вышло. К сожалению, ничего не получается с Францией.
И бросить ее нельзя. Зря я, наверное, в Европу ломанулся. Надо было все-таки с Африкой. С Африкой было проще объединять. Хотя там, конечно, толку с этих объединений немного, потому что там в целом все равно страны убогие. Тут мы хоть тащим ресы нормально, потому что там ресов-то кот наплакал. Активность инопланетян в России обнаружена. Но я не вижу отметок. Просто надо выбрать вот этого. Нет, не активная миссия. Ни одна, ни вторая. Значит, толку нету. процентов. Но наших сторонников больше не выдавливают. Это хорошо. 4. Давай так по 9 и будем накидывать потихоньку, потихоньку. Но теперь она возвращается во Францию. В прошлый раз непонятно почему. Один процент, конечно, вообще ни о чем. Ладно, больше недовольства. И начинаем восстанавливать. У нас там в Польше поотваливалось все. И в Испании. Пойдем-ка в Испанию для начала, потому что там наша одна из трех, ее надо прикрыть. Проверяем бунты. Не на что проверять бунты. Значит, отправляем на... Так, на это тоже не получается. На крэкдаун хотя бы как-то. Давай 9% сделаем. Applying pressure on their people. Не мытьем, так катанем. Заставим их Securing our control. Сломать хоть что-нибудь. Пойдем построим, может, что-то на нашей станции. Может быть, уже можно. Так, где наша станция? Вот наша станция, да, можно что-то. We hold no sway in their minds. Не вышло. Давай эту поставим на повторы. Пусть без остановки это лупит, чтобы не отвлекаться туда все время. Тоже тебя на повтор. Targets got away. Тебя на повтор. Ух ты. Иран провел испытание ядерного оружия. Война. Камбоджа и Франция. Франция объявила войну Камбодже. Ну вот слуги начинают мир в войну скидывать, как они всегда делают. Теперь они будут войска Камбоджи. Ладно. Возьмем здесь социальную лабу. Вот эту вот. Даст нам 5. Так, нет, не вот эту вот. Вот эту. Так, кстати, тоже не социальная лаба. Мне казалось, что какая социальная. Это на космические. Ну, возьмем вот эту лабу тогда. С космосом построим на Земле. И пришлем ее сюда. Увеличим свои исследования. Франция. Войну объявляет. Как же с вами разобраться там? Ready for orders. Ладно, пусть она занимается увеличением наших сторонников, а этого отправим усилить. Только вот здесь пускай летит усиливать. Securing our interests. Тут, где есть вражеские точки наши. Protecting our interests. Готово, хорошо. Поехали, вон танки поплыли. Our cause is unjustified to them. Не вышло, ладно, повтор ставим. Long live the revolution. О, здесь нормально все. Ну, тоже ставим на повтор. They slipped away from us. Ник прокатило. Хотя уже шансы были 21%.
потихонечку растут шансы. И здесь тоже были шансы 21%. Повторяем тогда. 21 уже неплохо. О! Такс. Похищение инопланетян. К сожалению, все агенты наши заняты. Но мы сейчас пойдем изучать это дело. Похищениями у нас может заниматься Дмитрий. Отправляем его на похищение. Так, ну снова какой-то баг с этой девушкой. Не хочет она почему-то в этой стране больше ничего делать. Мне кажется, это как-то ненормальная ситуация. Но в следующий ход она снова сможет вернуться и начать это делать. Я не знаю, почему так происходит, но происходит регулярно. У них еще защиты на всех этих стоят. Public opinion remains unmoved. Что-то провалилась она опять. Just a tyrant. Больше недовольства. 6,6 уже. О, прокатило. Отлично, сломали. Сломали, причем с шансами 15% всего, но проломили. И еще раз. Тут вообще уже было 89. Отлично. Пробита. Оборона вражеская во Франции. А в следующий ход мы сможем... Так, кое-какую информацию подцепил. А, мы завершили расследование похищений пришельцами. Просили местное правительство, просили местных жителей. Локальное правительство продолжает отрицать, что вообще что-то происходит. Говорит, что ничего нету. Мы полагаем, что есть какие-то организации, которые блокируют наши расследования. Ну, кто-то нам мешает. Ну, пришельцы тоже нам мешают. Но мы продолжим. Появляется проект на изучение методов пришельцев, но мы его тоже пока отложим. Сейчас нам нужно быстрее добивать Францию. Теперь, когда нам удалось одну клеточку сломать им, мы сейчас будем эту клеточку пытаться пуржить. 57%. Нормально. Да мне не жалко даже очков. Тебе 8. 16. 16 жалко уже. Давай, 84%. Погнал. А пока он погнал... Так, а снова тебя не пускают. Что-то ее не пускают во Францию. Ладно, работай здесь тогда. Ты... 29. Ну, нормально, уже начинают пробивать. Пробиваем вторую. А ты лети ставить защиту в Польше. Making things safe for our people. Reporting in. Во Франции больше сторонников или еще одну? Ну, они целятся на одну клетку, то есть две операции крэкдаун все равно будет сломают только одну. Две подряд не сломают, так оно не работает. Поэтому двух на одну, чтобы уж наверняка сломать. Либо давай больше наших сделаем на следующий ход. Я думаю, что сейчас на 84% мы и так перехватим уже немножко контроль. Обнаружена вражеская база. Не вражеская, инопланетная. Базу нашей инопланетян. Ух ты, там какая станция здоровая. 2, 3, 4. Нормально, нормально. Потому что закончена разработка глубокого исследования космоса. Поэтому мы все их станции вскрыли, много станций уже в нашей системе. И нам с этим придется что-то делать. Но пока мы делаем Францию.
наконец-то удалось ей что-то провернуть. А то, как получила организацию, прям все не слава богу. На 2% поднял во Франции, 72% стало. Есть, крэкдаун прошел. 72% было. Хорошо. Но я не вижу, что здесь оно появилось. Испания. Испания вышла из Евросоюза. Не дают нам. Но Германия наша, Германия точно не выйдет. Есть, захватили. Захватили мы торговый союз французский. Теперь мы начинаем тоже тут по чуть-чуть влиять. Но нам нужна вот эта клетка. Ух ты, как дорого. У нас было 170, стало 185. Шри-Ланку. Франция объявляет врагом Шри-Ланку, но это... Слуги они такие. Блин, как же дорого. Это только одна. Нам надо 4, чтобы начать объединение. Блин, сейчас начнешь выключать, сразу все это поотваливается. Ладно, эти уже не в Евросоюзе. Давай их выключим. Вернулись. Плюс пятнаха будет 80, 79. Но единичку поднимем. Ладно, бьемся за вторую клетку. И не отвлекаемся. Крэкдаун 42. Так, другого. 64. Давай, 87. Ломаем. Ready for my mission. Один ломаем. Ты давай. Подними-ка им еще недовольных, а то что-то они там расслабляться начинают на пятерочку. Делаем защиту. Здесь делаем публичную кампанию. И ты тоже давай делай публичную кампанию. Все, всех запустили. Готова, кстати, наша станция. Тут лучше посмотреть. А, и вот мы станции пришельцев теперь видим. Станции и базы. Но нас интересует наша. Вот, вот она. Вот она, наша станция. Плюс пятачок и плюс 3% бонуса на... исследования вот здесь, которые будут. Что у нас еще есть из построек? Открыто. Материалы. Кстати, сколько живет энергии? Итак, еще, значит, одну мы можем воткнуть. Материалы. Итак, и на материалы. Итак, на космос. Ну, бог с ним, давай вот эту. Все. Станция наша полностью будет сейчас укомплектована. Потому что либо мы воткнем модуль с батарейкой, который нужен, чтобы она работала. Либо мы воткнем и ничего не присоединим больше. Либо мы воткнем станцию, которая не будет работать. В общем, готова полностью. Больше мы туда ничего не воткнем. Продолжаем тогда копить. И дальше мы полетим на Луну. Сможем на Луне добывать уже какие-никакие ресурсики. Securing our control. процента наших. Они пришли не с миром. Конструкция вражеских, не вражеских, кораблей пришельцев и структуры в нашей Солнечной системе очевидны теперь для многих, что они пришли не с миром. Значит, сейчас будет наша, наверное, да? Нации Земли объединяются на единицу. Академия, которая рассказывала, что мы будем с ними дружить, теряет свои очки. И Академия будет получать крэкдаун на 12 месяцев. Сейчас можно захватывать земли Академии, но, к сожалению,
нам нужны не земли. Академия не прокатила крэкдаун. Нам нужны земли. Франция — это земли. Я надеялся за эту фазу вторую точку отбить. Нет, нифига. Now as then, territorial disputes boil down to one group of people gazing upon a new land and Railgun нарисован. Ну, эти радикалы качают оружейные технологии. Пускай качают. Это нам все равно все пригодится. Это в наших интересах. Никарагуа объявили войной. И Нигерию, и Африку. Зараза, когда же мы вас победим? Эх, ну пробуем снова. Брассо. Давай снова. Так, а почему стало 7? Было же нормально. Что-то пошло не так. Наших не убавилось. Меньше шестерки стало. Вот что пошло не так. Ну ладно, мы запускаем его на всякий случай. И разгоняем недовольство. Вот с недовольством нормально получалось. Значит, делаем больше недовольства. Больше шести нам надо. Тогда прокатит. Ну-ка посмотрим. 4, да? Ну, да, фонтан. Ладно, вот так вот. 2 по чуть-чуть запустим. Вдруг стрельнет. И 2 на недовольство, чтобы точно уж на следующую фазу покачать их еще. Метан. В Арктике происходит какая-то дичь. Метановый выброс, крупный метановый выброс в атмосферу. Но мы не можем ничего с этим сделать. У нас не хватает. Чуть-чуть не хватает. 0,1 очка операции не хватает, а то бы мы могли собрать 250 науки. Плохо. Причем вот они появились эти. Зараза. Чуточек не хватит. Бунты поднимаются, это хорошо. Не прокатило снова. Да, не прокатило. Ладно, сейчас тогда всех. Хотя 6,3. С Грузией объявляется война. С Испанией закончен союз с Бенилюксом. Ну, Франция, конечно, ее сейчас разворошит тут. Боюсь, что я не успел ее вовремя поджучить, и теперь уже не успею нифига. Хотя нет, список регионов большой, так что еще можно. Когда он 7%. Давай вот так вот, не будем мелочиться. Ready to go. А чё так мало-то всего? Потому что в Кабуле. Зачем тебя выкинуло в Кабул? Во Франции не получается. У него, походу, после провала нельзя 2 раза. Ну, иди вон там где-нибудь сделай 79. А ты вот здесь делай. Standing by for orders. Так, похищение пришельцев. Идем расследовать. Ладно, не будем тут... А, я не могу тут делать другое, потому что он не может поднять. Запускаем тогда так. Кстати говоря, нам нужно щиток поставить на нашу единственную клеточку. Вот что нам надо сделать. То с таким трудом мы ее получили, а сейчас одно неловкое движение мы ее потеряем.
6,5, хорошо. We've moved the needle. They slipped away from us. Нет. Targets lost. Нет. Завершили мы проект, который поднял наши лимитики на 5, кстати говоря, неплохо. Я боялся, что будет сильно меньше. Нет, 5 получили. 5 это хорошо. Флора, методы. Либо лабу какую-нибудь. Но мы уже свою станцию закрыли модулями. Если только новую запускать. А что у нас? Прирост совсем упал. Странно. Батарейки. Это вроде для корабля. Пойдем. Такс. Флора. Флора. Давай во флору, потому что мы захватили ее там в какой-то момент. И посмотрим, что не так. Германия же нормально нам производила буста. Ладно, есть вот такая штука. Прямые инвестиции. Сейчас добавит. Было 0,02, стало 0,04. Добавил, но не сильно. Потому что разваливается Евросоюз, видимо. Буркина-Фасо теперь новый враг. Италия отвалилась. Новая организация. Ну, пошли посмотрим. Десятая группа спецназа. Больше военных очков, может, и неплохо. Это я вообще не пойму, что за ресурс. Инженерный проект. А, дополнительный инженерный проект. Слушай, отлично. Хотя придется распределять. Это мы вот здесь получим еще один проект. Но учитывая, что у нас делится на все, может, нам он тут не сильно нужен. Там есть куда копаться. У нас не так много ресурсов, чтобы все это дело распределять. Что еще? Плюс наука, плюс наука. Ну, наука хорошо, 85. Берем науку. Плюс проект. Ну, что-то не уверен я по поводу проекта. Спецназ тоже не особо. Ох ты, вот это вот круто. Плюс 12 денег и плюс 1,75. То есть у нас сейчас... 0,04, а тут 1,75. Вход в месяц. Вот это очень крутой бонус. Хватаем его. 1200 он стоит, но у нас 2300. Зашибись. Ну вот с плюсками, я думаю, сейчас мы проблемы и порешали все. Экспа 20. Тут мы же копим 80. Тут есть 30-ка экспы. Что-то с этой унылой девушкой не так, надо что-то с ней делать. А, вот написано, не может делать миссии, когда уровень недовольства в стране больше 6. Как раз я раскачивал там больше 6, поэтому она и не могла. Вот в чем там дело. Давай уберем эту ерунду, чтобы она не мешалась нам больше. Тогда она сможет больше 6 качать там. Восемь. Но у него нет миссии по... Хотя у него есть миссия на захват. Нам не нужен захват. Пусть пока повисит. Я не знаю, куда потратить.
Все, вот теперь она сможет работать во Франции. Да. Люди восстанут, говорит она. Давай, конечно. Давай, конечно, сделаем это. Защитим здесь. Так, ну и здесь снова пытаемся выиграть. Шестерка есть, да? На 9 тут. На 20 тут. Targeting their center of power. Пошло. Securing our interests. Защитили. 78% наших сторонников уже во Франции, но пока не выходит. Ничего не выходит. А эти слуги тем временем рушат все связи Франции со всеми странами. Не вышло на 21%. И тут не вышло тоже. Очень жаль. Ну, вон за то, как быстро прирастает теперь у нас пуск. А это значит, что скоро мы сможем полететь на Луну. Франция сформировала альянс с Россией. Вот это поворот. А Россия там все еще сидит? Спецоперации или нет? Сейчас посмотрим. Да, все еще. Значит, Франция отправит свою армию. Франция отправила куда-то в Камбоджу свои войска. Я не вижу их в Камбодже. Может, они не доплыли еще. Блин, Франция, ты мне вообще не нравишься. Мне нужно... Альянс с Россией мне сейчас не нужен. Потому что она... сейчас распугает остатки Евросоюза. И я не смогу сделать большое мощное государство, которое даст мне много ресурсов. Да уж, да уж. Но вот так вот. Вот так вот непросто все идет. Хотя... одну захватили ячейку, но все равно идет непросто. Тем не менее, пиши в комментариях, нравится тебе игра, не нравится. Ставь лайки, подписывайся на канал, нажимай колокольчик. Спасибо за просмотр и пока!